мяч. Переиграл двоих. Переиграл, вернее, одного, из-под второго ударил. Браво, Ройс! Браво! Четко уложил мяч в нижний угол ворот. Въехал, абсолютно въехал Мюллера Великава. Месут Озил мог стать главным бомбардиром в этом розыгрыше. Два мяча на его счету есть. Озил дорос, конечно, до великого, великолепного мастера. Удар, гол, 2-0. Месут Озил доводит счет до 2-0 в пользу сборной Германии на 52-й минуте. Удар. В общем-то, по полету мяча ориентировался уже Роберт Альмер. Вроде бы прыгнул сначала, потом передумал, потом опять все-таки прыгнул, но... И реакция Хима Лева на забитый гол. وبعد مرور كان ناجح بالفعل في الكرة الماضية من أرناتوفيتش، أرناتوفيتش اللي الوالد صربي، الوالد